двигатель 5.0 бензиновый, 550 лошадиная сила. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2014 года выпуска. Долго не решался на это, но результат превзошел все ожидания. После детейлинг процедур. Диски ушли в перекрась. Летние диски. Наконец дождался свои кованые диски. По размеру оставил также R22. Только вылет изменил Ed40. Вес приятно удивил, один диск 14 кг. Руль стал гораздо легче. Только с цветом думаю, черными теряются, склоняюсь к серебристым и лицевую сторону алмазной резкой сделать. Приятная мелочь. Мелочь, а очень удобная. Установил управление климат-контролем от 2016 года. Замеры на диностенде. По железу полный сток, прошит только двигатель. Доволен. Давление 0,5 бар, пикует 80 градусов. На улице было плюс 28, плюс 29 градусов. Будем дорабатывать и разделять охлаждение, далее шкивы и прошивка под новое давление. Мойка днища и арок. Помыл днище авто, арки обслужил силовые кабели. Выхлопная система. Решил заморочиться и сделать активную выхлопную систему. Заслонки куплены. Спорткоты куплены. Резонатор куплен. Бочки куплены. Останется сварить все это дело. Самое главное, какой звук получу на выходе. Титановый впуск. Продолжаю собирать свою игрушку, пока в ожидании помпы пришел титан и сварила впуск. Первое впечатление, педаль газа стала очень чувствительной, реагирует моментом. С улицы появился звук компрессора, чего именно я и хотел.
установка выхлопной системы. Все компоненты собраны, начали сборку активной выхлопной системы на спорткотах. Очень интересно, как на выходе получим звук. Сразу решил сменить прокладки на выпускной системе. Результатом очень доволен. Есть небольшие недочеты, надо отрегулировать, чтобы не задевал об насадки. Трубы глубоко не стал прятать, так вид симпатичней. Так как часто выезжаю в горы, на бездорожье, песок. Решил купить R20 родные диски и резину. На R22 и трассовой резине как-то жалко, тем более цены на 22 баллона не сладкие. Диски родные R20. Резина Сайлун Китай 275-55-20. Ничего не трет, не задевает вообще. Алюминиевый поддон ZF-8HP. Почитал статья, много кто ставил. Снимает около 10 градусов с автоматической коробкой передач. Решил купить. С завода идет на M5 F90 BMW. Также сделал сразу полную замену масла в автоматической коробке передач. Прикупил оптику, надеюсь, будет работать хорошо. Потому что вид получился шикарный. Оцените. Подготовка авто. Начал процесс обслуживания авто, много проделали, но еще предстоит. Думаю, через месяц авто будет такой, как я хочу ее видеть. Пока небольшой фотоотчет. Нашел комплект оригинал бамперов SVO, на моих во многих местах были трещины по низу и крепления некоторые на герметике. Наводим порядок.